Налажена связь с командирами всех подразделений, где служат наши земляки. По их обращениям для наших бойцов доставляется все самое необходимое. Дополнительное снаряжение, прицелы, рации, инженерное оборудование. Также бойцам передали дополнительную демисезонную форму. Весомый вклад вносят и простые жители региона. Чтобы поддержать проведение специальной военной операции и мобилизованных, несколько тысяч тюменцев вышли на митинг. Присоединился к ним и глава региона. Я хочу сегодня от всей души поблагодарить всех наших земляков, которые участвуют в сборе помощи для наших воинов. Это самые разные люди, самые разные истории. Уже дважды в региональный штаб Общероссийского народного фронта приходил мужчина, который приносил комплекты военных медикаментов. Каждый комплект почти 1 000 000 рублей. И он так не назвал своего имени, потому что пожелал остаться неизвестным. Наши дорогие и уважаемые представители старшего поколения, наши пенсионеры переводят свои пенсии. Тысячи людей приносят продукты питания и одежду. И если бы у меня была возможность, я бы каждому из них пожал руку и каждого обнял.